В детском реабилитационном центре для несовершеннолетних состоялась благотворительная акция под лозунгом «Спорт объединяет». Организаторами выступили Федерация дзюдо Республики Дагестан и помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Булат Чинкалаев. Гостями этого торжественного мероприятия стали директор спортивной школы номер 2, двукратный чемпион мира по панкратиону Магомед Магомедов, обладатель пояса Fight Night Тагир Уланбеков, ведущий Азим Давыдов, двукратный чемпион мира по панкратиону Шамиль Магомедов, борец UFC Султан Алиев, борец Fight Night Шамиль Ичилов, борец UFC Рамазан Имеев, депутат городского собрания города Махачкала Хабиб Абдулаев, депутат Народного собрания Республики Дагестан Рустам Курбанов, тренер по вольной борьбе Рустам Хуталиев, призер и победитель международных турниров по спортивной борьбе Заур Идрисов, а также юный чемпион Магомед Расул Магомедов, заслуженный артист Республики Дагестан Замир и многие другие небезразличные люди. И самое главное, спорт это, если ты начал, надо идти до конца. Если ты начал, нельзя обманывать своих родителей, нельзя обманывать себя, надо стремиться, надо достигать, надо быть сильнее. Молодые ребята были рады увидеть столь именитых спортсменов, представителей власти и культуры. Дети с азартом в глазах слушались наставления старших, с любопытством задавали вопросы, на которые получали обширные ответы. Также организаторы встречи порадовали начинающих спортсменов наградами, медалями первенства, которые будут мотивировать их покорять все новые и новые вершины. Также не обошли стороной директора данного реабилитационного центра Амину Абакарову, которая полностью посвящает себя детям и своей работе. От имени Бувайсара Сайтиева ей было передано благодарственное письмо за духовно-нравственный вклад в воспитание детей. Также от Федерации дзюдо центру передали кубок как символ стойкости и силы ребят, проживающих в нем. Рустамом Курбановым был вручен кубок от школы дзюдо Магомеда Джафарова. Письмо благодарности директору было передано Магомедом Магомедовым от спортшколы номер 2. Он заверил, что школа готова принять ребят и всячески их поддерживать. Какой бы путь вы не выбрали, я хочу вам пожелать больших, огромных успехов. Вам благополучия, вам радости, добра, чтобы были счастливыми и, конечно же, здоровьем. Не обошлось и без концертной программы. Ребята порадовали гостей, продекламировав стихотворение на русском и родном языках. Не прошли мимо этой традиции и гости встречи. Помощник депутата Государственной Думы Булат Чинкалаев также прочел стихотворение Расула Гамзатова. Когда я, объездивши множество стран, устал из дороги, домой воротился. Склонясь надо мной, спросил Дагестан, не край ли далекий тебе полюбился? На гору взошел я, и с той высоты, сей грудью вздохнув, Дагестану ответил, немало краев повидал я, но ты по-прежнему самый любимый на свете. В завершение встречи для гостей провели небольшую экскурсию, где каждый мог посмотреть, как проживают девочки и мальчики в этом пристанище добра и детского тепла.